генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках своего предстоящего в этом месяце визита на Украину совместно с президентом страны Петром Порошенко примет участие в церемонии открытия учений по реагированию на кризисные ситуации в сфере гражданской обороны, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как сообщили РИА Новости в украинской делегации, речь идет об участии генсека НАТО в открытии учений «Украина-2015-21-25 сентября» на Яворовском полигоне в Львовской области. Что касается заседания СНБО Украины, то на нем, как ожидается, будут приняты военная доктрина и стратегический оборонный бюллетень.